анонс 200-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Как мы помним с предыдущих серий, Баран и Дилан отправились в Марли на поиски Эстры Илмаза. Мужчина катает ее на лошади и во время прогулки говорит любимой, что город, в который они приехали, очень похож на сказку. Девушка улыбается и говорит ему, что вся их жизнь сейчас очень сильно напоминает сказку. Между ними все сильнее разгораются чувства во время этого путешествия. Оно сближает их и показывает, насколько сильна их любовь друг к другу на самом деле. Дилан благодарит мужа за то, что он позволяет ей проживать такую замечательную историю. Она рассказывает, что каждый день благодарит жизнь за то, что в ней она способна получать такую невероятную любовь. Баран также говорит девушке, что очень благодарен жизни за то, что она свела его с ней. Продолжение вы сможете увидеть в 200-й серии, которая выйдет на русском языке 4 декабря. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.